Жительница дома 4 по Чкаловскому спуску Анна Курицына обновленной детской площадкой довольна. Теперь не нужно вместе с детьми искать зону отдыха во дворах по соседству. Не так давно инициативные жители дома подали заявку в администрацию Ленинского района на обновление этой территории. В короткие сроки в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь провели обустройство травм безопасного покрытия, установили спортивный комплекс, качели, карусели, поставили горки, урны и лавочки. Все наши пожелания выполнены в полном объеме. Все очень хорошо. Покрытие, удобные карусельки, качельки. Все, что нужно детям, чтобы хорошо проводить время. И родители могут присматривать за ними из дома. Дизайн-проект локации разрабатывался администрацией города совместно с жителями. Прилегающую к детской площадке территорию сейчас готовят к озеленению. В будущем здесь появятся цветы и кустарники. Их предоставит районная администрация. Жители здесь активные. Они в ходе выполнения работ принимали участие в проверке, в приемке работ, давали замечания. Но здесь очень позитивные жители. Наверное, поэтому и получился вот быстрый, замечательный результат. Заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды подали и жители 35-го дома по Волжскому проспекту. Ранее, вспоминают самарцы, эта территория была пустой и неухоженной. Мы хотели, чтобы здесь что-то появилось такое стоящее, чтобы его как-то использовать, это место, чтобы оно было к нашему двору присоединено. Локацию обновили с учетом дизайн-проекта, предоставленного жителями. Здесь появился детский спортивный комплекс, безопасное прорезиненное покрытие, лавочки и урны. Кроме того, специалисты провели опиловку аварийных деревьев и заасфальтировали прилегающие к детской площадке дорожки. Озеленение локации жители взяли под свой контроль, высадив у жилого дома сосновую рощу. В будущем, да, собираемся облагораживать всю эту территорию. Что-то жильцы привезут с дач, у знакомых возьмут, ну и поможет нам, естественно, управляющая компания. Если они будут развивать дальше эту площадку, конечно, они могут здесь и забор в перспективе поменять, и продолжить озеленение. Принять участие в программе формирования комфортной городской среды может каждый житель столицы региона. Для этого необходимо выступить с инициативой и подать заявку в районную администрацию. С предложениями по обновлению локаций в администрации Ленинского района жители города ждут каждый вторник с 14 часов, где готовы помочь сформировать дизайн-проекты. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.